Руководство Махачкалинской православной воскресной школы «Преображение» запустило акцию «Лента памяти». Воспитанники поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Детишки с портретами своих прабабушек и прадедушек дома читают стихи о подвиге, доблести и храбрости своих предков. Все это выкладывается на официальных страницах епархии и православной воскресной школы «Преображение» в Инстаграм. Цель мероприятия – духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. От ран обид земля дрожит, теплом души ее согреет. Махачкалинская епархия уже не первый год участвует во всевозможных акциях, проводит мероприятия, посвященные годовщинам победы Великой Отечественной войны. По благословению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, главные наши усилия в эти дни направлены на воспитание должного воспитания в духе патриотизма, любви к Родине нашего подрастающего поколения. Надеемся, что и в дальнейшем, по милости Божией, мы будем помнить о наших славных страницах истории и приобщать наших детишек, внуков, племянников, вообще всех молодых людей –